Сегодня у нас 3 августа, поселок Потереевка. Вот здесь сделаем дорогу, песка навозили, несколько машин. Вот сейчас щебень везут. Вот он едет. КамАЗ. Другие два КамАЗа уже от этого частника на погрузку поехали. Да? Да. Ну, два, потом еще третий приедет. Добрый день. КамАЗ какой детский. Вот это по которому говорили? Да. 20-40, вот она. Да какая мелочь. Ну вот 40, 4 сантиметра. 40. А вот она в этом. Смотри, а вот такая вот. Не надо отогреть. Вот это такая-то она совсем не такая. На катере везут тоже такое, поехали. Эти везут вот такое, 20-40. Нам надо такое, какое там было. Ну что делать? Тут не здесь. Ну давай, сколько чего. Не узнавай, а тех-то что, пусть везут. И давай, ну а теперь что делать? Все, Алексей, ты у него спросил, он может сыпать и ехать сразу? Нет. Нет, да? Алексей говорит, он не может сразу ехать и сыпать. Поехали.
одним бортом удобно. Разгредируют, а там посмотрим. Ну, это может быть еще. Я вот это не знаю. Почему мелко у них стало дешевле? Как вот так все-таки больше способов. Короче, конечно, на большой пустыне не можем. Вот там он столько видел, как видел. А сверху высыпать надо такое. Ну, уже у нас не получилось. Сейчас давай все это. Дистанцию или расчет. Пока что мы будем знать. Отдам ему 700 рублей, отдам, да, и все. Так это на, от меня возьми, а тебе, зачем? Которая там сдачи не давай, а твои переговоры телефонные. Да, ну, там вот 300 рублей, вот отсюда у переговоры телефонные. Это моя? Да, да, это ваша. А, ну тогда все, давай. Все. Ты не застрял, если мне так вырубил. Какие слабые шины, так шины-то лысые у него. Что пусть? Ну так все как будто бы. Мелкая больно. Что считать-то где? Ну, другого нет, все. А? По мелкому ходит. Легче катать все будет.
Бумажки, а тут такая тяжесть, что сравнивать-то? Бумажки, они граммы там весят-то. Мы его, выходит, что, обманули? Такую кучу навалил, а всего ничего дали ему. Леша там ему помажет, помашет, чтобы остановился. Ну все, они у нас вот тут обтали, больше ничего не надо, все, закрываем. Угу. Слава Христу. 3 августа. Вот это мой дом тут, бывший Калашниковский. И сколько тут ласточек у нас пришли с нами проведать нас. Вот они какие красавцы. Сидят везде. Я начинаю пошел. Сейчас там КамАЗ он пришел со щебнем. Вон он стоит вдалеке. Он Алексей Устинов позвонил мне, сейчас сказал. Вот сколько их летает тут. Радуется жизни. Господь. Потом мы ласточек поснимаем. Пока оттуда отдельно начинаем. Давай. Вот. Сколько их ласточек тут. Слава тебе, Боже, слава тебе. Машина больше нет. А? У них больше нету. А у тех мужиков в это грязный, в общем, не тот. Поэтому они тоже не. Я сказал, не надо везти. Нет. Ну давай вот. Последняя машина. Там пускай развернется и задом подъедет. Все, разворачивай. Иди туда, 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 он не пойдет. Договорились, все, должны привезти, нету. Вот здесь вот сделаем, чтобы этот проезд был машинам-то туда-сюда. Угу. Вот так. Все. Добрый день. Добрый день. Он там развернется хоть? Да, я его там остановил, потому что здесь неудобно, говорит, могу завалиться. Ну, маленечко подальше, чтобы проезжать были, могли. Подальше сюда. Вот так, да, чтобы там-то проехали эту машину. А то я-то думал, сегодня привезут. Ну, вот здесь и сыпьте. Да. И на завтра я вызову грейдера. Не тут-то было. Понимаешь, как от... ничего от нас не зависит. Он сдает там назад. Так я оборви, Володя, тут еще нету. Это много, много. Слава Христу. Там будет виноват. Вот 3 августа. Какой вот привезли это? Еще одну машину щебня. Уже ширина справа, то еще больше метра. Это у тех хочу. А у тех, ну, у тех 0,40. Я говорю, такое не надо, для зачем? Это пыль собрали. Продали. Вот они за 850, эти-то за 800 продают эту пыль. Да зачем она возьмет? Так, где
Как он песочек-то хорошо трамбует? Да, укатывает просторы. Сразу. О, что это растет. Фундаменты заливать вообще отличный щебень. Да, очень хорошо. Хороший поехал Евгений Чук. Поехал косить, видимо, траву.
осталось? Там еще достаточно. Конечно, мы так и брат наш Виктор идет, Савченко, после обеда. Опять надо пищу менять. Развивайте пищу. Пока ему 18 отсчитывают. Такие не бывает. Нет, у русских редко, они попали. И друг друга обманывают, воруют.
А, ну это не от имени. А вот я мусульман выбрал, так это по-другому совсем. Он свое оставит, тебе отдашь, чтобы только не обидеть. Он не знает, что отдать. Понимаете, мы сделали с дороги, он вышел, как мне, правда, туда ехать, так, за мной езжать. И он пока месяц человек не выловно, и бегали. Вот и все. Священник в церкви говорит, вот бабушка стоит и говорит, отец Денис, тоже вопрос задать, он говорит, задавай. А вот я еду, говорит, вот мусульманин, шофер, он меня подвезет, деньги не берет, и мать, ты едешь молиться, а русский обязательно возьмет. Потому что это моя работа, на такси. Русские не разбирают, она столушка, церковь идет, это нет. А там это очень уважают. Вот она, один у меня знакомый, он, ну, с дальним плаванием. Ну, мы приехали там где-то, он рассказывал, где-то в Африке. Ну, и у них там мечети, что церковь. Я, говорит, зашел, но с бородой. Ну, не старый, ему 40 лет. Как заходят мужчины молодые, и все едут кланяются. Уважение. А это у них что есть, и да. Потом мы никуда не делаем. Ладно, встань. Давай. Ну все, добиваться два надо. Нам надо разблокировать дорогу. Вручную уж не будем мы это делать. Да, уж хватит с нас. Это дорогое удовольствие. Ладно. Все, давайте. С Богом.